Всем привет, с вами Елена Смирнова, и вчера я зарегистрировалась в новом проекте от создателей проекта Vialex. Значит, это экономический симулятор House Farm. Значит, окупаемость вложений менее месяца, и здесь нет при регистрации никаких бонусов, ничего. Ну, это ладно. Главное то, что он платит. И мне знаком как бы предыдущий их проект. Вот. Ну и, конечно, я зашла в новый проект. Значит, что у них тут? Высокий доход. Онлайн-чат есть. Так, выплаты за 59 секунд. Поддержка 24/7. Надежная защита и платежные системы разные. Так, и по поводу регистрации. Смотрите, нажимаете «Регистрация». Здесь введите логин, email, придумываете пароль. Далее, вот данные аккаунта. Нажимаете «Личные данные». Вводите имя. Далее, «Завершение». И вот тут «Зарегистрироваться и войти в аккаунт». Нажимаете на эту зеленую вкладочку и входите по имейлу и паролю. Вот. Далее, так, это у меня сейчас зайдем, посмотрим. Вот мой кабинет. Я здесь ничего не делала, как бы, потому что на ночь глядя я зашла. Вот здесь чат. Вот в правом нижнем углу можно общаться. Здесь присутствует админ проекта, как бы, и можно, если что, задавать вопросы. Так. Бонус ежедневный есть здесь. Я уже забрала, как бы. Генерируется случайно от 1 копейки до 30 копеек. Так. Что у нас? Новости здесь. Далее задания. Вот. Далее здесь у нас партнерская программа. Наша партнерская ссылочка. Далее. Ну, ежедневный бонус я уже показала. Мы будем покупать, как, ну, в онлайн-играх, овощи. Далее касса. Так. Продавать урожай и получать реальные деньги на вывод. Как бы будем продавать, продать весь урожай, и денежка будет на вывод. Значит, здесь пополнить баланс, здесь вывести. Так, я еще ничего не покупала, но хочу как бы в реальном времени купить. Здесь служба поддержки. Так, и так, давайте сейчас. Так, где наши овощи? Смотрите, значит, у нас здесь овощи. Морковь 10 рублей, огурцы 50, капуста 100. Цены такие, я не скажу, что завышены. Значит, чеснок 180, томат 320, ну и картофель 510. Нам здесь ничего не дают в подарок. Я, наверное, возьму за 100 рублей, пусть будет капуста. Вот. Так. Сейчас посмотрим. Еще ничего не делала. Надо недостаточно средств. Надо пополнить 100 рублей. Здесь, значит, платежная система FreeCassa и Payeer. Значит, ввожу сумму. Так. 100 рублей. Нажимаю продолжить. Так, перейти к оплате. Так, что у меня здесь? Так, Payeer рубли. Подтвердить. Так, я пополнила. Успешно транзакция. Средства успешно зачислены. Так, далее, что у нас? Пойдем овощи покупать.
Для покупок вот у меня 110 рублей. А, дали, наверное, аж еще и бонус, как 110 рублей стало. Ну и хорошо. Тогда я что? Я за 10 рублей могу купить морковь и за 100 капусту. Нажимаю купить сначала капусту. Овощи успешно куплены. Далее и у меня осталось купить за 10 рублей тогда морковь. Купил ли она или что? Так. Сейчас я попробую перезагрузить. Что у меня? Ладно. Так. А, нет, все у меня куплено, значит, списалось. Значит, у вас одна штука. И одна штука вот. У меня капуста и одна морковь. Вот такой вот проект. Далее. Так. А здесь вот касса. Будем. Вот смотрите, овощи два штука. Ну а здесь будем собирать урожай. Вот. 336 урожаев в сутки. Здесь нет. Что-то калькулятора нету. Вот. Ну что, ну а вывод, естественно, будем проверять. Я знаю, что первый проект платит. Вот. Дорогие инвест, мы предлагаем вам новый проект под названием House Farm. Покупайте овощи, обменивайте свой урожай и получайте реальные деньги. 26.03. Ну что, кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Пока-пока.